Цветы, подарки и слова благодарности. Ветераны Великой Отечественной войны получают юбилейную медаль. Агафья Константиновна Иванова начало войны застала в Ленинграде. Ей было всего 14, когда город взяли в кольцо. Те голодные месяцы оставили отпечаток в памяти на всю жизнь. В блокаду Агафья Константиновна работала в детском саду. Во время бомбежек прятала малышей, не успевших покинуть город. В 42-м эвакуировалась в Куйбышев. День, когда объявили, что война окончена, до сих пор один из самых радостных в ее жизни. Это было великое счастье, это такая была радость, это был завод. На заводе буквально все вышли на площадь, нас поздравлял директор, потом, значит, всех рабочих поздравлял. Вот, потом, значит, накрыли столы. И, в общем, музыка была, танцы были, кто плакал, кто радовался. Первые юбилейные медали 70 лет победы получили 27 ветеранов. Среди них солдаты, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Награды вручал губернатор области Николай Меркушкин. Поэтому я хотел бы выразить вам с начала самого слова огромной чиновничьей благодарности за ваш подвиг, за ваш труд, труд в тылу. Труд во время войны. Нынешнее поколение сделает все для того, чтобы кровь пролитая не оказалась бессмысленной. Всего памятными медалями в Самарской области будут награждены 50 тысяч ветеранов. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.